Ну, начать, наверное, нужно с того, что сегодня происходит, в принципе, достаточно стремительный процесс тотальной, скажем так, кибернизации нашего общества. Информационные технологии, они развиваются по экспоненте, то есть фактически в геометрической прогрессии, и остановить это развитие, ну я не знаю, может разве что Господь Бог или может быть не знаю какая-нибудь большая война. И вот неотъемлемая частью этого как раз процесса кибернизации нашего общества являются те самые компьютерные игры, скажем так. Насколько они пагубно или, может быть, позитивно влияют на детей, ну, мне кажется, здесь даже вчера говорить, по большому счету, нечем. Потому что я не знаю ни одного примера положительного влияния компьютерных игр на сознание ребенка и вообще поведение ребенка. Да, мы, конечно, можем говорить о том, что есть полезные компьютерные игры, о том, что есть развивающие компьютерные игры и так далее и тому подобное, но все эти развивающие полезные компьютерные игры они носят такой ну, достаточно, скажем так, примитивный характер, и они, как правило, неинтересны большинству детей. Более того, ребенок часто в школе может сталкиваться с, скажем, ситуацией или скажем подпадать под травлю своих сверстников из-за того, что он не знает и не разбирается или не, знаю, не играет какие-то компьютерные игры, которые популярны вот сегодня вот среди там его сверстников. А популярными компьютерные игры могут быть лишь только те, которые наиболее красочные, наиболее передовые, наиболее, скажем так, разнообразные, которые фактически создают вот этот вот весь виртуальный мир, где ребенок, ну и вообще, в принципе, даже любой другой взрослый человек может проявить себя так, как он захочет. Э, то есть фактически происходит транслирование или трансляция своего я, своей личности человека в этот вот э, кибернетический виртуальный мир, в этого, в киберличность. И этот процесс, он имеет и, конечно, и обратный э, ход. То есть влияние не только личности человека на его виртуальную личность, но и влияние обратное у вот, того виртуального мира, вот той уже созданной им виртуальной личности, обратно-назад на человека. Естественно, в вот этих вот виртуальных личностях и любой человек, и, конечно же, ребенок, он часто реализует какие-то свои внутренние, может, где-то даже очень сокровенные желания, реализует свои какие-то вот внутренние устремления, в которых, возможно, он, может быть, и не признается в открытую или самому себе, или даже ну, своим близким людям. В этом плане мне кажется, что компьютерные игры в чем-то напоминают вот фрейдизм, да, то есть э, возможность принятия или так, установка на принятие себя, таким, каким ты есть на самом деле, без каких-либо там ограничений, да, со всеми страстями и пороками. И поэтому вот, э, вот, мне кажется, я вижу: вот, конечно же, пагубность компьютерных игр именно вот в этом. Э, более того. Нужно помнить о том, что компьютерные игры – это прежде всего бизнес. В сутки на компьютерные игры тратится порядка 200 миллионов долларов. Это огромный, скажем так, финансовый такой пирог, за который борются, общем-то, вот все, естественно, передовые и поменьше, и побольше компании по производству этих компьютерных игр. Естественно, компьютерная игра должна быть красочная, она должна быть максимально, скажем так, интерактивная, должна э -э быть, вот, э -э соответствовать запросу, потребителей и так далее и тому подобное. В этом плане компьютерная игра становится страстью, с которой бороться, естественно, крайне сложно. Это зависимость. Сегодня многие люди, вообще, да и родители, наверное, уже не злым словом вспоминают производитель компьютерных игр, из-за вот как раз вот этой вот пагубности, из-за вот этой вот страстности, которая затягивает детей и, в общем-то, отвлекает их от каких-либо других целей. То есть в компьютерной игре не нужно работать для того, чтобы достичь какую-то цель в реальной жизни, нужно, естественно, трудиться. Трудиться часто тяжело, трудиться часто через «не хочу», там «не могу» и так далее. Но эти все, наверное, истины, эти все истины закладывают в нас родители, и мы их все прекрасно знаем. А в компьютерной игре этого, это достигается гораздо быстрее. И вот в этом, мне кажется, она и прельщает, этим она и затягивает. Книга заставляет работать воображение, какую-то образность мышления. То есть, когда человек видит ну, или ребенок, да, видит текст, естественно, срабатывает, у него работает мозг. Он постоянно представляет себе те события, эти персонажи там, и, ну и так далее, все, что происходит. Вот все эти какие-то, какие-то, может быть, ключевые интересные фразы и запоминает из книги, из прочитанного. А в компьютерной игре уже все готово. При этом, как как бы не казалось, вот какой бы ни казалось реальной э, или похожей на реальность компьютерная игра, нужно понимать, что прежде всего, что это пр программа, это компьютерная программа, в которой все заранее задано. То есть есть определенный, вот ну, не определенный а вполне конкретный такой вот детерминизм. Да? То есть э, любые действия, пускай их может быть даже несколько там, сотен, или э, они все равно уже прописаны и предрешены разработчикам в то время как в реальной жизни человек сохраняет свою свободу, и он может, в общем-то, как бы диапазон этих действий для него, скажем так, гораздо больше. И вот, мне кажется, здесь компьютерная игра, вот она лишает способности думать, она лишает вот этого образного творческого э, воображения, вот умения мыслить, анализировать, раздумывать над, не знаю, если это книга, да, над поступками там персонажей книги, раздумывать над прочитанным. То есть мозг после э, прочтения книги еще продолжает работать, да, воспринимая вот и переваривая все прочитанное, в то время как после компьютерной игры мозг все равно он заточен на то, чтобы дальше как-то пройти, еще что-то какие-то, ну, не знаю, там, заработать какие-то бонусы и так далее. Но опять же в рамках уже конкретно прописанной программы. Поэтому, наверное, нужно сказать, что компьютерные игры, они в принципе пагубные. То есть это все в любом случае, если говорить, смотреть на компьютерные игры с позиции христианской, это, конечно же, страсть. И страсть достаточно сильная, страсть достаточно тяжелая, страсть, которая затягивает не только детей, но и, но и взрослых. Ребенок сам еще вот до какого-то вот рубежа, до да, подросткового, он не знает и до конца не понимает, точнее, что такое страсть, как с ней бороться, как ей противостоять. У него нет даже мысли или вот этого выработанного какого-то иммунитета против этой страсти. И естественно, что подпадая под такую зависимость, тяжелую, как компьютерная зависимость, он противостоять ей не может. Сегодня, кстати, приходится наблюдать часто, ну, скажем так, такую ситуацию, когда родители э, просто не хотят заниматься с детьми, когда родителям, ну, лень, они бывают, конечно же, уставшие после рабочего дня, и проще включить э, ребенку тут же дать, сунуть эту компьютерную игру там на телефоне, знаю, на планшете, на ноутбуке, лишь бы он молчал и не трогал их, и они могли спокойно посидеть где-нибудь там э, отдохнуть. И, и сами где-то, по, извините, позалипать да, в какие-то социальные сети и так далее и тому подобное. То есть компьютерная игра становится средством затыкания рта ребенку. И это, конечно, весьма печально, и в этом нужно помнить, и, конечно же, этого не допускать, потому что за каждого э, ребенка мы дадим ответ. Достаточно посмотреть, и, не знаю, мысли об этом того же святителя, святителя Луки Крымского или святителя Тихона Задонского, да, которые мысли или слова в отношении к родителям, которые достаточно строгие, они достаточно суровые. По той простой причине, что дети наши станут или нашей славой, или нашим позором. И все, что мы вложим или не вложим в них, мы за это будем отвечать перед Богом. За каждого ребенка каждый родитель понесет перед Богом ответственность. И святитель Тихон пишет о том, что не радея в их воспитании, мы их убиваем. Мы убиваем не в земном смысле, конечно же, не в телесном смысле, а именно в, в перспективе вечности, а за погубу души наказание, конечно же, последует еще более строгое, чем за погубу тела, и поэтому нужно об этом помнить и вкладывать в своих детей, э заботиться об их не только телесном воспитании, заботиться не только об их каком-то материальном обеспечении, но в первую очередь о их интеллектуальном, устном конечно же, духовном развитии, а компьютерные игры в этом плане пом э помощи нам, боюсь, не окажут никакой, поэтому мой, моя главная мысль, наверное, и такое желание, может быть, какой-то совет заключается в том, что нужно читать книги, нужно любить книги. Я по своему опыту скажу, что и э, детства я, я не очень любил читать. У меня была норма в 20 страниц в сутки, и исполнив которую меня отпускали родители э, ну, там, погулять. Но я им благодарен за это, потому что все-таки вот этим, может быть, где-то понуждением и противодействуя моему личному собственному какому-то ропоту, они все-таки приучили меня книгам, и книга дает всегда целостное знание. Книга дает возможность, повторюсь, размыслить. Да? Книга дает, несет какую-то определенную целостную идею. Мы запоминаем совсем немного из прочитанного, там порядка 10-15%, но это все равно будет определенная идея, которая оставит Отпечаток да, где-то и в сердце, и в душе, и в уме человека. Поэтому э, вот в этом плане компьютерная игра, игра она является неким даже антиподом книги. Э, это не какое-то ретроградство, это не мракобесие, да. Но это, наверное, вот э, та опасная реальность, о которой приходится сегодня говорить.